Глава города принял участие в разговоре с представителями бизнес-сообщества. На повестке сразу несколько тем. Руслан Кухарук отметил, что благодаря местным компаниям областная столица становится лучше. Растут показатели по инвестициям, торговле и продажам товаров. Все это отражается на экономическом положении и облике Тюмени. Кроме того, предприниматели принимают активное участие в общественной жизни. Например, на предстоящем дне города будут работать десятки площадок, где местные производители смогут предложить свою продукцию. Кстати, некоторые товары стали брендом и во многом при поддержке властей, говорят участники. Как яркий пример – конкурс «Тюменская марка», где компании представляют свои разработки. В этом году «Тюменская марка» отмечает уже 20-летие, и поэтому мы сегодня тоже поговорили о тех планах, которые ждут вот уже буквально в преддверии наступления нового сезона. С 8 августа начинается прием заявок. Традиционно осенью у нас будет проходить подведение итогов. Ну и, как всегда, мы открыты для общения, готовы различного рода меры поддержки оказывать. Нет ничего лучше, чем простой разговор. Нет ничего лучше, когда бизнес от первого лица, в данном случае лица города Тюмени, узнает о всех нововведениях в городе, о том, что будет происходить, потому что бизнес должен очень быструю реакцию на все происходящее иметь. Как ему развиваться, что ему строить, может быть, открывать дополнительное что-то.